Кукуна. И мы продолжаем нашу трансляцию. Сейчас мы находимся напротив гостиницы Атлантис. На острове Пальма-Джумейра. Искусственном острове, построенном в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, людьми. Вот, вот эти вот все камни, вон море мы видим, это море мы видим. Вот это вот все, вон вдалеке, это все было притянуто людьми, положено все. Огромнейшее. И это вокруг, это самая верхняя точка пальмы, вот так если посмотреть, положить остров как пальму. Это самая верхняя ее точка. И вот здесь находится гостиница Атлантис. В самом ее верху. Поэтому все. Все здесь идеально. Никогда не подумаешь, что это все сделано искусственно. Дорога, куча туристов, автобусы. Посмотрите на эту красоту. Семизвездочный отель считается одним из самых дорогих в мире. Много туристов с разных стран, разные языки тут слышишь. Красотища. Так, ну ладно, все, мы прерываем тогда нашу трансляцию на сегодня. Продолжение, конечно, следует. Сегодня 15 декабря 2012 года, наш последний день. Завтра мы в 5:10 утра выезжаем из гостиницы. А в 9:00 должен быть вылет самолетом из Дубая в Борисполь. Ну все, до скорых встреч.